Ну, я думаю, сегодня мы по игре и по результату заслуживали победы и так ее достигли. Конечно, не просто, потому что есть исполнители у соперника, которые могут за любую ошибку наказать, как это было в первом тайме. Меня радует, что ребята не останавливались и при счете 2-1 пытались атаковать. Ну, завершили, один гол забили, игра такая более-менее успокоилась. Я считаю, что они молодцы. Мы и в Астрахани, в принципе, имели моменты. Просто много ошибались в обороне. Так что можно их поздравить. Ребята стремятся в каждом матче показать максимальный результат. Вопрос от журналистов. Угу. Ждать увеселения состава в будущем? Пока трансферное окно еще открыто. Пока мы никого не планировали. Посмотрим. Еще несколько дней есть. Просто так футболиста не найдешь, который бы нас усилил и которого бы устроили наши финансовые условия. Поэтому обходимся с теми, кто есть. Мы же не просто так брали молодых ребят, и в каждой игре там по 3-4 человека выходят на поле. Им даем шансы. Второй вопрос. Сегодня нижнекамцы играли больше контролируя мяч, чем обычно, а больше играли в кондиционный футбол. С чем это связано? По ситуации или решили пересмотреть свою игру? Нефтехимик теперь будет так играть всегда? Мне тяжело сказать, как мы можем пересмотреть. Мы играем на результат в каждом матче. Есть соперники, которые что-то позволяют, что-то не позволяют. Мы исходим от того, что в данном матче принесет нам положительный результат. Соперник позволял играть с мячом, отходил на свою половину поля, их надо было скрывать. Во втором тайме мы сыграли от обороны, когда уже в начале матча соперник попытался, ну, как-то перехватить инициативу. Но я думаю, что третий гол, в общем-то, был забит в хорошем стиле, да, и вывели на ударную позицию нашего бомбардира. Конечно, мы хотим все время контролировать и все время забивать и ярко играть, но где-то соперник нам этого не позволяет делать. Мы не просто так отказались или нашли этот способ. Мы играем, в каждой игре пытаемся сделать как можно лучше. Просто сегодня, может быть, так показалось болельщикам, получилась такая игра. Какого-то пересмотра в какую-то сторону мы не закрываемся со всеми командами. У нас достаточно ударов, достаточно атак. Да, есть такие команды, как «Крылья Советов», которые по составу с ними тяжело играть. Вот там все хвалят команды, которые с ними сыграли в открытый футбол. Но вот они получили там сколько в каждом матче. Поэтому на каждый матч отдельное задание у ребят. Где-то получается, где-то нет. Но мы рады, что болельщикам нравится. Понравилась сегодняшняя игра. Будем надеяться, что их только будет прибавляться.